Власти Великобритании считают, что с большей долей вероятности за крушением авиалайнера А321 стоит Исламское государство. Канцелярия премьер-министра Великобритании выпустила заявление о намерениях правительства усилить меры по укреплению безопасности в связи с новой волной терактов в мире, включая события в Париже, заявив, что авиакатастрофа произошла в результате взрыва бомбы на борту, и к этому с большой долей вероятности причастны террористы из Исламского государства. В частности, правительство страны увеличит штат силовых и разведывательных структур. Такая необходимость, по мнению британских властей, продиктована усилием глобальной террористической угрозы. Возможные шаги в этом направлении на международном уровне Дэвид Кэмерон планирует обсудить с мировыми лидерами, собравшимися в Турции на саммит G20. В частности, британский премьер затронул эту тему на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным.